Вы видели интервью с главой администрации Киева Александром Поповым в программе «Шустер Лайф»? Это человек без эмоций. Его хвалят, он молчит. Все знают, что это кристальной чистоты человек. Его отправляют в отставку, он молчит. Если как бы это была военная ситуация, за это расстрел. Сейчас мирная ситуация. Как минимум, отставка. Ему говорят, что он все проиграл, а он в лице не меняется. От оппозиции будет идти один кандидат, на мэры миста И он выиграет. Меня все время мучили сомнения. Это живой человек или это 3D-диаграмма главы Киева? Также хладнокровно он встретил снежную бурю в столице. Ни один мускул не дрогнул. Это передается и подчиненным. У них тоже пару суток мускулы не напрягались. Во вторник в Киеве будут митинговать за отставку Попова. Посмотрим, как он отреагирует на волю народа.